На борт, парень, полюбуйся. Нет, только не левой. Ни за что. Дурная примета. Сначала ступай правой. Он крепок. Да. Выдержит любой шторм. При сильном ветре даст 12 узлов. Ни один корабль не обгонит его в хороший день. Ну что, выйдем в море? Я покажу, на что он способен. Куда мы пойдем? Аквиле первым делом нужны пушки и канониры. Отправимся прямо сейчас. Не бойся, парень. Я из тебя моряка-то сделаю. Выбрать грот, Наванты! Поживей! Шевелитесь! Ну же, выведем его куда надо! Ну же, парень, чего ты ждешь? Держи штурвал! Поживей, пора уже учиться! Ну же, давай, он не укусит! Ты теперь... Пол паруса! Ха-ха! Аквила снова летит! Чувствуешь, парень? Курс на Мартас Виньярд. Там найдем и пушки, и канониров. Он проворен, но на больших скоростях неповоротлив. Так что веди его уверенней. Наслаждайся открытой водой, пока мы не добрались до мели. Можешь поднять все паруса. Давай на всех парусах. Все паруса! Кажется, ветер меняется. Будь начеку, Коннор. При порывистом ветре идти нелегко. Давай наполовине! Теперь проведи нас мимо мелей. Только не задень их. Отмель нас просто замедлит. А вот рифы и корпус пробьют. Но лавировать лучше на половине парусов. Тогда он маневренней. Следи за другими судами. Не меняй галса, чтобы не столкнуться. Все паруса, поднимайте! Thank you.
Дома! Мы близко. Мы на берег, купим пушки и найдем канониров. А, мисс Мэнди, вы все так же восхитительны, как раньше. Хм. Спустя столько лет ты добрался до Виньярда, чтобы сыпать любезностями? Мы ищем Дэвида и Ричарда Клаттербаков. Я тебе тоже рада. Роберт Фолкнер, где ты был, черт возьми? Простите, что пропал, но никто не должен был знать, где я. Вы двое сильно заняты? Нет, у нас истек контракт. Так, а мы как раз ищем канониров. Если позову к себе, что скажете? Ну что, еще пара передряг не повредит? Отлично! Аквила — отличный корабль. Мы как раз ставим на него пушки. Кажется, твой друг сейчас получит в зубы. Где Чарльз Ли? Мне не слишком нравится твой тон. Эй, ты! Подумай-ка дважды, Бидль! Бобби Фолкнер заделался нянькой. Наконец-то ты понял, что ты дерьмовый моряк. Эй-эй-эй, вы не здесь, джентльмены. А лучше вообще нигде, Бобби. Забирай друзей и уходи отсюда. Пошли, ребята. Пушки, небось, готовы. Что за дурь на тебя нашла? Тот, что старше, тамплиер. А кто второй? Тамплиер? А сопляк Николас Бидл. Считай, никто. Мичманишка английский. Пушки готовы? Да, но сразу в бой кидаться рано. Найдем годную цель и научим тебя стрелять. Пока мы поставили немного пушек. Но есть место для дополнительных, если тебе понадобится. Похоже на бывший британский фрегат. Он подойдет для артиллерийской тренировки. Развернись бортом, нацель все орудия и скомандуй огонь. Давай обычные ядра! Блин! Отлично, парень! Теперь прицелься ему по носу и жахни как следует! Огонь! Там был старый порох! Славно! Теперь фальконеты! Они точнее! Вжарь по этим бочкам с порохом, устрой фейерверк! Неплохо для новичка, Кэп. Ты быстро учишься. Только если мне интересно.
А, почувствовал вкус моря, да? Мы сделаем из тебя моряка. Теперь пора возвращаться. Старик с меня шкуру сдерет, если я тебя задержу. Почему они в нас стреляют? Мы портим собственность короны, мешаем королю спать. Выбирай! Что нам делать? Придется отбиваться! Потопи гадов! Давайте, фальконеты! Английский фрегат! Чтоб меня, еще один! Откуда, черт подери, он взялся? Держать моря. Неплохо для первого раза, а, парень? Возвращаемся, а то старик мне и голову оторвать может.